набор минеральной косметики от бренда Crystal Minerals. У нас тут 5 таких вот упаковочек с рассыпчатой косметикой для полноценного макияжа. Сейчас будем тестировать. Тут у нас есть и пудры, и румяна, и бронзер, и вроде бы хайлайтер, и сияющие тени для век. И начинаем мы с пудры. И еще у меня есть вот такой вот консилер. Я его вам уже показывала. Я буду наносить их вместе для выравнивания тона лица. Но прежде подпишись, чтобы не пропустить новые полезные обзоры. Итак, сначала я хочу, наверное, начать с пудры, потому что консилер я уже пробовала. Еще раз, конечно, вам его покажу. Тут все вот так вот выглядит внутри. Для таких текстур нужны искусственные кисти и довольно плотно набитые. У меня, правда, здесь маленькие такие упаковки. Конечно, удобнее набирать вот с таких упаковок такими большими кисточками. Консилер у меня полноразмерный. Я, кстати, его очень люблю, особенно летом в жару. Это просто находка, пушка-бомба. Удобный, кстати, формат. Тут все крутится, а не просто открывается. Когда ты все это поиспользуешь, можно обратно закрутить, чтобы не было сыпучек грязи. И я вот высыпаю на крышечку для удобства, чтобы прямо из крышечки набирать средства. Вообще вот кисточкой кабуки лучше всего набирать, но мне кажется, что кисточка кабуки сюда не влезет. Можно, кстати, крышечку от консилера использовать для того, чтобы набирать отсюда все средства. Правда, здесь у меня сыпучка пошла, потому что кто-то когда-то не закрыл это все дело. Но я так аккуратненько чуть-чуть почищу. И чтобы было удобнее набирать, можно высыпать эту пудру вот в эту большую крышечку. Хотя можно и с маленькой крышкой приловчиться набирать на кисть. И я наношу на лицо. У меня кожа увлажнена заранее. И вообще, типа, можно вот околокруговыми движениями вполировать. Если не будет хватать покрытия, потому что я не знаю, это как тональная основа используется или реально просто как пудра. Я просто консилер нанесу. Что в любом случае я буду консилер наносить. В качестве тона консилер наносить тоже можно. Да, я прочитала, что это пудра, именно финишная, поэтому я набираю консилер, чтобы его в том числе нанести в качестве тона. И уже дальше будем двигаться с вами по этим продуктам. И вот таким же образом. Под глаза отдельно еще будем наносить. Так, конечно, это все дело не сильно там вам что-то прикроет. Я уже наношу более маленькой кистью и наношу конкретно под глаза. Но он выровняет вам общий тон лица, немножечко освежит, но это такой вот натуральный макияж, который вообще не ощущается. Все вот сухие средства, которые мы будем использовать дальше, их, конечно, можно наносить на обычный тональный крем, но ради чистоты эксперимента мы будем наносить на вот этот вот консилер. И наношу консилер на зону под глазами, чуть-чуть на века. Я чуть-чуть по проблемным зонам прошлась, под глазками. Слегка он, конечно, наслаивается, но не прям, чтобы сильно всю синеву прикрывает. Но посмотрите, разница видна. Явно, что выровнялся оттенок кожи, и явно, что чуть-чуть посвежее уже все это выглядит. Даже слегка замаскировались покраснения, вот эти, которые меня тут немножечко мучают в последние дни. Слегка тоже только этим консилером все замаскировалось. Я, правда, его прям люблю. Теперь переходим к основным продуктам. Пудру пока получается откладываем и переходим к бронзеру. Серо-коричневый оттенок, тоже в таком рассыпчатом мини-формате. Я так понимаю, что все эти средства есть в полноразмерных вариантах у бренда, поэтому если понравится, можно купить все в полном объеме. А с помощью такой штуки можно по факту протестировать такие средства и понять, вообще подходит вам это или нет. Откручиваем. Немножечко я высыпаю все это дело в крышечку. Единственное, что да, конечно, все это дело сыпется безбожно, особенно с непривычки. Так, давайте возьму бронзер вот такой вот кистью. Она довольно плотная. Буду пробовать, пока не знаю, как это все будет. И наношу тоже круговыми движениями. Типа с рассыпчатыми румянами еще мы привычные с вами, да, то есть никаких проблем это вроде как не вызывает. Вот что касается бронзеров, то рассыпчатые бронзеры — это явление не особо привычное, так сказать. Вроде, кстати, неплохо получается. Пока, наверное, так и оставим и нанесем на вторую сторону. Я попробую какой-нибудь другой кистью, например, вот такой, чуть покрупнее, но вроде бы чуть менее плотный. Так, вот круговыми движениями, как будто бы то и было заметнее и быстрее.
какая-то коррекция даже получается приятная. Всегда, если слегка перебарщиваешь, можно взять еще немножко консилера и границы подтушевать, чтобы было более натурально и чтобы, если что, что-то подкорректировать. Хотя вот я сейчас убрала и хочется добавить. По периферии тоже обязательно добавляю. Так, ну получается очень прикольно. Такой оттеночек с красниночкой у бронзера. Можно меньше добавить, можно больше, можно более пушистой вуальной кистью прям очень так легко нанести. Но мне хотелось все-таки чуть-чуть поярче, потому что у нас так очень все natural. Пока что бронзер откладываем. Возможно, он нам еще понадобится для проработки орбитальной складки. И берем румяна. Оттенок розовый B101. Ну, он стандартный, я так понимаю, в наборе. Если там нет разных цветов этого набора. По такой же схеме все это дело поворачиваю и высыпаю в крышечку. Чувствуешь себя просто юным алхимиком. Беру чуть более пушистую кисть, но тоже из искусственного ворса. По первому впечатлению очень приятный оттенок. Ну, рассыпчатый румяна — это более уже нам привычная история. Givenchy те же рассыпчатые я люблю. По такой же схеме с ними работаю. Тоже высыпаю их в крышечку. Как будто бы румяна на коже более теплые оказываются, чем в упаковке. Хотя, может, они, конечно, смешиваются с бронзером и от этого теплят. Хотя, все-таки, по-моему, оттеночек очень милый. Можете сравнить две стороны. Нежненько так. Сначала кажется непигментированными, потом наслаивается постепенно. И получается очень красивый эффект. И при смешении с бронзером они получаются не слишком розовыми. И очень такими прям натуральными по итогу. Получается такая хорошенькая прям коррекция. Но тут нужно прям наслаивать. Прям наслаивать, чтобы было более очевидно на лице. Именно румяна. Они такие очень деликатные, но при наслаивании прям уплотняется пигмент. И дальше у нас хайлайтер, оттенок банановый N2. Ну, я надеюсь, что будет красиво. Тоже сейчас его нанесем. С длинными ногтями сложно, но прикол в том, что сегодня, в конце дня, когда мы будем смотреть на то, как это все носилось в течение нескольких часов, я уже буду с другим маникюром. И у меня уже будут короткие ногти. Я уже решила. Но я почему-то снимаю обзор на эту косметику именно с длинными ногтями. Как говорится, легких путей мы не ищем. И хайлайтер высыпаю тоже. И беру кисть, которой наносила консилер. Чуть-чуть можно излишки продукта так смести. И ей же попробует наносить хайлайтер. Он прям такой сияющий в упаковке кажется. Поэтому я чуть-чуть стрясаю для безопасности. И наношу. Ого! Ого, какой он яркий оказывается. Слегка наслаивается, не знаю, будет ли видно. То, что в прошлый раз, когда я делала обзор на хайлайтер в новой квартире, пока я не поняла, как лучше снимать, как расставлять свет, вообще не было ничего видно. Он такой нежный, но наслаивается. Можно убирать легко излишки. Он такой прям жемчужный. Он не банановый, как написано. Блин, надеюсь, будет видно. Как могу, верчусь, кручусь. Можно кисть даже другую взять. Попробую вот такую вот нанести. У, мне надо все-таки поменьше кисть. Очень красиво, конечно, он вполировывается. Красотища. Ну, это очень красивая штучка. Просто пушка. Вообще, красота, красота. Успела чуть-чуть подкрасить бровки. И у нас осталась последняя баночка. Это тени «Северное сияние». Не помню, есть ли у меня такие, потому что у меня есть набор пигментов от бренда Crystal Minerals. И сейчас посмотрим, что тут за оттенок. По-моему, он слегка розоватый. Мы его нанесем на подвижное веко, а в орбитальную складку попробуем нанести бронзер с румянами. Возьму обычную плоскую кисть и наберу эту штучку на нее. Чуть-чуть, возможно, давайте высыпем. Только, по-моему, у меня, кстати, пигменты были в меньшем объеме, то есть тут прям такой приличный объем. И давайте нанесем на подвижное веко. Ну, вот такая нежнулечка. Нежнулечка. Они, конечно, сразу говорю, они играют по-разному на разные подложки. То есть разными оттенками они играют прям по-разному. Но это такое вот очень-очень повседневное сияние.
такой сатинчик. У них есть, конечно, роскошные пигменты. Мы с вами тоже делали обзоры. И периодически я их использую. Может, даже некоторых видео периодически использовала. Сейчас не вспомню, в каком именно. Но тут такой достаточно сатиновый повседневный оттенок. На голое веко, конечно, не так интересно играть, как мог бы играть на какую-нибудь подложку. Давайте еще попробуем его нанести во внутренний уголочек. Во внутреннем уголочке, кстати, поинтереснее как-то оказывается. Я уже тут высыпала немножечко бронзера и румян. Я сейчас наберу немножечко бронзера, немножечко наберу румян. Все это слегка смешаю и нанесу в орбитальную складку. Небольшой нюанс, когда я все это нанесла, мои тенюшки пропали. Надо будет сейчас еще раз наносить. Есть, конечно, еще финишная пудра, но я, если честно, уже не знаю, куда ее применить. В плане того, что, наверное, я бы ее использовала на тон, раз она финишная, попробовала бы. И сверху на эту пудру можно на тон уже наносить сухие минеральные продукты вот из этого набора. Но это как вариант. Сейчас я уже не знаю, куда ее добавить. И, наверное, мы уже ее трогать не будем. Нам хватит вот этого. Осталось накрасить реснички. Итак, ну что, я уже подкрасила глазки тушью, нанесла блеск. И что могу сказать? Мне, в принципе, очень нравится вообще формат минеральной косметики, хотя это не для всех подойдет, потому что это не супер практично, и все-таки это немножечко занимает время. Определенными средствами пользоваться даже легче и быстрее, определенными средствами, определенными категориями, не слишком быстро, и все равно это пыль вокруг, и чуть-чуть можно испачкаться. Но я реально очень люблю консилер, уже с лета я им пользуюсь, и вот на жару прям самое то, или в те дни, когда не хочется краситься, но хочется выглядеть чуть-чуть посвежее, можно этот консилер нанести на проблемные зоны, и вроде бы на вашем лице ничего нет, вы ничего не чувствуете, ничего не видно, но с другой стороны, вы выглядите чуть лучше, чем без него. Консилер обожаю, остальное было интересно попробовать, мне нравится, как выглядит коррекция, мне нравится хайлайтер, мне очень понравились румяна, бронзер, оттеночек такой, конечно, любитель, не всем он подойдет. Давайте посмотрим, как эта минеральная косметика, макияж, который мы сделали этой минеральной косметикой, будет держаться в течение дня, и встретимся с вами вечером, через несколько часов. Итак, ну что, я уже хожу очень долго с этой косметикой от Crystal Minerals на лице. Сейчас 11 часов вечера, я накрасилась в 12 часов дня. Кстати, новый маникюрчик и не только маникюрчик. Историю вот этого вот пальчика я рассказывала в телеграм-канале. Не обязываю подписываться, просто, если интересно, можете зайти и посмотреть. Я там делюсь всяким таким вот лайв-контентом. Итак, что по поводу кожи? Я вижу коррекцию, я вижу бронзер, вижу румяшки. Но, кстати, румяшки, мне кажется, чуть-чуть потускнели. Консилер, все прекрасно. Но основное это именно коррекция. Слегка, мне кажется, потускнел хайлайтер. Как будто бы, знаете, тени потускнели, точнее, мы же делали бронзером и румянами орбитальную складку. Вроде бы оттенок есть, но мы же еще сатиновыми тенями прорабатывали подвижное веко. И как будто бы вот сатиновым теням из этого набора нужна прям база, потому что как будто бы они куда-то улетучиваются. В общем, типа практически их нет. Чуть-чуть я, конечно, от этого расстроилась. Вот румяна, бронзер и хайлайтер мне очень понравились, даже несмотря на то, что хайлайтер такой немножко улетает. Хочу попробовать даже на влажную кожу это все дело. Мне интересно, как будет смотреться именно на влажной коже, на какой-то, так сказать, базе. Ну, на влажной коже, в смысле, с тоном, и на припудренной коже с тоном. В общем, и хочу посмотреть, как этот сатиновый оттенок будет смотреться на чем-то. В целом, мне нравится, особенно средство для коррекции. И вообще, я на самом деле люблю минеральную косметику, именно Crystal Minerals, и особенно этот консилер, который я рекомендую всем. Я даже на него артикул оставлю отдельно в описании. Ну и, в принципе, прикольный наборчик для такого тестирования средств минеральной косметики для лица. Бронзер, румяна, хайлайтер, в целом лайк. Пудра финишная пока не распробовала, сатиновые тени чуть-чуть разочаровали. Пишите, как вам такой наборчик, как вам, кстати, этот консилер, может, кто-то его уже попробовал после обзора полноценного основного, который был еще летом, и как вам вообще вот эта вот штучка, эта вещь, и как вам такого рода косметика.